Мы находимся все еще на Кавге Мудбет, но сегодня получим Зрат Ашем Таз, который находится в Симон Самих Бет, который занимается нашим вопросом, то есть вопрос, который выходит из нашей суги. И так он пишет, я буду читать, пропускать какие-то вещи, не знаю, что Шейля, значит, вопрос, который задан был. Адам Шоусенис Суин Лебитой, человек, который женил свою дочку в Эдерах, и так принято, Шейхад Микровав, один из его родственников, Агавав, или знакомых, друзей, Месейло Бацота Нисуин, помогает ему со свадьбой. Оша Асалих Водой, или делает для него свадьбу, как Восе Судали Хатан Векала. И делает, то есть в 11 дней праздника, судя по смыслу, делает суда, делает трапезу для жениха с невестой. Мазвин Шам Кцас Миоабав, приглашает там сколько-то своих друзей. Моем и хадми моя не сын, в один из дней 7 дней праздника. В смысле праздника этого, 7 дней Шеврохас. Имештава Рехшам Биркас Хазасуин, олой. Нужно ли там говорить Биркас Нисуин? То есть то, что называется Шеврохас или нет? Лефиша Пасак Бейвана Эзра, Бетур, Убешу Ханурух, Симон Самих Бейт, Крест у нас. То есть так у нас есть Шуханурухи. Значит, давай прочтем сначала Шуханурух. Шуханурух пишет следующую вещь. Шиим Ахель, это то, что читаем. Шиим Ахель Хатан, Шиим Ахель Ахатан, Хуцли Хупойсой, если он есть вне хупы, Эйн Леварех Шум Биркас Хасоним. Там не говорят Биркас Хасоним, там не говорят Итшев Брахот, то, что мы говорим. Имеша из Ахилук Бадавар, кто-то с этим спорит, не спорит, Кираити Арбе Паамим, Шумархина Филубай Сахер, потому что я видел то, что мы видим каждый раз, то, что мы называем сегодня Шев Брахот сегодня, что даже в других домах это говорят. И Мавды Шапирулло, и говорят, я это нет. Значит, обращен с Шанру. Шанру говорит следующую вещь. Значит, сами Бет Савьют. Ешем Рим, Шиим Хатан Юцеми Хупой Сафилу Каруису Имо. Есть, которые говорят, что если Хатан выходит из Хупы даже со своей невестой, то есть своей женой молодой, Волхим Лейхоль Бабей Сахер идут есть в другой дом, Эйнам Рим Шам Биркас Хасоним. Там не говорят Биркас Хасоним. Вы анамина шедайте лахзор ахарках, только есть ситуация, когда он потом думает вращаться за хупой, со свою хупу. Валим улех ли гамры ли бейс ахэр, а если собирается полностью переехать в другой дом, вихоль хабура и мой, и вся, так сказать, все эти друзья, которые его связаны с ним, насэ у исо байс икар, насэ тот дом, в котором живет, он становится основным домом. Мешам некра хупа, и там это называется хупом вархин биркас хасоним. И там дело биркас хасоним. Викен ли фамим шулхим ахатан вакалал ира херес, то же самое. Значит, говорит, здесь спрашивают людей, что Лихору Шуханорух написано, что нельзя Леварех, когда идут на одну суду, то, что у нас сегодня принято, не нужно Леварех, так говорит Шуханорух. Чува. Говорит, значит, Таза здесь приводит Чува, то есть как бы внутри Таза такая, шут такой, шалава Чува. Значит, сначала он приводит нашу гмору. Во-первых, Йоши Ниса, к нас в гморе, в омру Хатан, в Ашишвине, в Туриме Насу, коль Шава. Хатан и Ашишвине не обязаны сойти в суке в 77 дней, Майтайм и Шумдабайли Мигды. Потому что они должны веселиться. У Пархина спрашивает Мара, в лихли без сука, в лихли без сука, пускай они сидят и веселятся в суке. Пускай они едят в суке и веселятся в суке. У Машанина энсим хэля бы хупа. Должны веселяться в хупе. Должна в лихли без сука, в лихли без сука. Пускай они тогда веселятся, то, по-моему, здесь другая герса неправильно, неважно, в суке. Там сначала было, что есть в суке, веселиться в хупе. Сейчас предлагает Мара, есть веселиться в суке. Есть в суке, а веселиться в хупе, по-моему, так нужно искать. Энтим халим хом суда. Невозможно в разных местах делать, потому что смеха это там, где едят. Влюют хупа бы сука, пускай делают хупу сука, а баймам мершум ихут, ровам мершум цайрада. Значит, мы сказали, что Абай сказал сам, если мы приводим пируш Раши, мы катву тойсвес, потом приводит тойсвес, машу микан, ими цеахосан михупойса, филу калойса ему, и даже если они выходят, и холхин, и холба, и рахерет, бабай сахар, идут едут в другой дом. Эйн вархин симхабу миной, биркас хасоним, там не говорят симхабу миной, говорят шеу брахот, кевен шен симхайле бухупа, поскольку так. Вирош, ви дивреем, то, что мы видели, что Рош привел то, что написал тойсвес. Вакатава зэ лэшуной. Дальше Рош написал вещь, которую мы не очень вчера поняли, помню, Симан Гей, по-моему, вчера читали. Венира Демьохайн Рая. Отсюда говорит Рош, что отсюда все-таки нет доказательства, что нельзя в другом доме. Почему? Шэнли варэ биркас хасоним аком шахатан вакалау химли и хольба бейсах. Нет отсюда доказательства, что нельзя говорить шеу брахот в тот дом, где не туда. Дахи пируши, охо, так нужно вести нашу гору. Эн симхай лебу хупа, симха даже матубха, векемен шэн дайту ляния хупа или кидэ ли хольба сука, поскольку у него найдут суку только есть, а потом возвращается в хупу, вахар хузэр хупойс, потом нравится.
Валим улех ли гамри ле бейсахар, продолжает Рош. Идет потом полностью в другой дом, в хавейро и в осев, в айсахар, и кар, шам не крахупа. Вихоли варех шамбирка с хасони, векена ямайся, так был случай, с одним человеком, который пошел сразу в другой город. Откал нишуно. Так приводит то, что вчера прошли Рош, и Рош немножко странно. С одной стороны, он пишет, что значит, отсюда нет доказательства. Потом переходит Рихура на совершенно другой вопрос. Сначала был вопрос, можно ли пойти на одну суду в другой дом. А Сипур приходит, доказывает совершенно верно. Венира или Хура, Каваната, Рош. И говорит Таз, да? Продолжает Таз разбирать этот Рош. Венира или Хура, Каваната, Рош, Давка, Кшеолех, Лебайса, Херве, Шам, Гморжен, Суин, Широко, Льза, и Немая, Мишта, Аз, Давка, Ивера, Бирка, Схасони, Боису, Байс. Отсюда с первого разгляда видно, что только если он уходит в другой дом на постоянную, то, что называется, и там закончится все семьи празднества, только там он может говорить Биркат Хасани, Боису Байс. Дазны и кар квияса хупами бейс ришум, потому что там он выходит из этого из дома, из первого дома. А валим Аллах лисмол бы бейс ахар, а если он идет веселиться в другой дом, к цас айом, чай, то есть только чай полдня там, не знаю, что рафилу кулёль, даже на один день. Вложу в ахархах лебейс хупойсу, эйн леварех боису байс, ахар биркас хасони. То есть только если он идет на постоянство, если идет на одну суду, там невозможно делать биркас хасани. Въешь маком зели пируш, въешь маком ли пируш земи лешойну, так слышно из Вишома, без сейфа, то, что написано в конце, валим улех, ли гамри бейсахар, ли гамри, ли кенеш лохех милашо на туру, ибн Эзр. Также можно для туру, давай пропустим сейчас тур. Им кен бы не дон дидан ше усуде, ше ахеру сели хвойдует, поэтому в нашем вопросе, который мы спросили, что идут, что значит они, что идут на одну только суду, в другое место, в халах усле бейса несуин, ло яшам леварех, афальпиши ешам арбейс махойс. Хосен Викаль. Теперь что там есть много этой самой, много всякой веселья для мудничника. Невеста невозможно говоря, кевенша хосен викаль илху ахар кахлебей шалеем. Потом пойдут они обратно. Умнам, но кидаяк ты яфе лотей махи. Но если ты хорошо, как сказать, покопаешься в этом самом языке роша, ты не можешь так сказать. Почему? Хады лэ мкен луа ялю ли рош, лихтов тхила вэниры шэн микан рая. Шэн вэр бмаком шахатан вакала лухим ли холь бабай сахар. Что то есть, с чего начал Рош? Что отсюда из нашей гморы невозможно доказать, что если идут есть в другой дом, то там, в другом доме, куда они идут есть, нельзя. Как так нельзя? Если ты говоришь, что ты говоришь, так можно, говоришь? Хули машму лейхо лефиша, тани лхим, машму, что они идут туда поесть один раз. Эля аялу лихтов, лхим ликво, маком они сунь бабей сахар. Нужно сказать, что они, так сказать, нашли, чтобы решили, там постоянно переходят в другом месте. Кевен де безета алемир, сколько от этого все зависит. Затарих лакорк вьюс абайца ришу. Нужно полностью, так сказать, отказаться от первого дома, перейти в другой. В ту. Еще одно доказательство, что то, что мы прошли в Роше, то, что мы поняли в Роше, это неправильно. Да, сиема Рош бы сейфа гам шам не крахупа. Гам шам не крахупа. Так то есть пишет. Так Рош пишет. То есть даже в том втором месте тоже называется хупа. Что такое тоже там называется хупа? Значит, есть еще одна хупа. Значит, есть две хупы. Что такое две хупы? Если он полностью переехал, то первый уже не называется хупа. В не крахупа машма дабыша дабы... Дабы шата не кра бейс шени бейс хупа. Не кра гамаришун, батош аш. То есть тот же час, когда второй называется хупа, первый тоже называется хупа. Вайнуша, дай славзор. Почему может первый называться хупа? Потому что старается возвратиться. Да им люке эн лой мисьяшев лашон гам. Иначе невозможно сказать тоже. Потому что такое тоже она хупа. Она не тоже, она только она хупа. Шело эрен и кар шем хупами бейс аришун. Если он скажет полностью. То есть это тоже весь не проходит. В ту. Да им бы фареш кенда сарошик шелеха лефис варойса да мехалек бен гулех ли сука ли улех ли бей сахара. Зачем он тогда говорит, есть разница между человеком, который идет в суку или есть в другой дом? Манале ли халек трейхи луком. Сейчас здесь две разницы есть, две как бы две различия. Да бы сука эн симха кляль. В суке вас можно сделать симху вообще. Можем из кирбу талмуд лейль. А бы пируш бы бей сахар шама симха алькца саем. Там можно, да. Ры хилук и хат. Вы сверли, да от хилук ешь. Да, бабай сахер, ши ешь симха, ли фиша, лосаги, кемен, ши дайсу, лазор, ли бей царишун, эн вархин, или эн вархин, ман, ли хилук ашени, то есть, суки не за. Дин мал, бы дайсу, лазор, ми вархин, кемен, ши ешь симха, ли фишо. То. Сука, шен, си ничего, как ляль. Значит, что здесь, как сказать, здесь он пишет такую интересную, то есть, как такую вещь, что Лихура Гмара сказал такую вещь, что в суке невозможно вообще делать симху. Почему невозможно делать симху? Значит, причины, две причины, которые сказал Гемарай. Это в другом доме Шаях сделал симху. Почему Шаях сделал симху? Если ты там-то придешь там постоянно, это будет твое постоянное жилище, даже не постоянно, сейчас, только это сейчас. Там можно делать все, там можно делать отдельную комнату для них, можно делать все. То есть, в принципе, другой дом он рауи для симхи. Это вещь, которая в море она слышна очень сильно.
Это вещь, которая написана «Суке это ло шаях». Мы в другом доме, туда шаях. Венир или пошут? Говорит он, что... Можно мне... суке тоже построить отдельную комнату? Суке это вещь, которая не принята. Сука это была маленькая сука, которая была не принята. Это лоро или сибха клай. Так ваш сагмора. Сагмора говорит, что это невозможно. Сказать, вопрос, почему? Это хороший вопрос. Но видно, вот так было это не принято, так это самое, так не делают. Венир или пошут? Мне говорится, как кажется, про пошу. То есть понятно, что да, сарож бе эмэ зу кен. Что да, что рож считает кен. Вейн канели хилукаха, только один есть разница, давка бы сука, шейн бы кляли симха, суке, который возможно вообще делал симху, почему? Потому что в хору написано две причины в этом море. Эйн вархин, там нельзя сказать бирха с хасани. Машенкен бы улех ли смох им калуйсу, баба сахар, бейс эха ахер, если он идет вместе со своей женой радоваться, то есть ну, на симху, а, на другой дом. Водай-водай, это в мадипатазу. В суке. В суке это вещь, которая сейчас пойдем дойдем до этого. Не успеем сегодня, может. Амши яхзор ахархах лебейса ришон миколюнком байсо шаашу самех бабайс шейни некрагам ойсо байс аз хупы. То есть тот, когда вариант идет другой вместе, там где-то делается для его симха, делается для его, самое, в его честь делается там трапеза, то это второй дом называется сука хупа. Откенло из кира рожд хила или улех лейхоль бабай сахар витулю. Русман лейхоль были смог шам. То есть тот идет туда на суду, на трапезу, которая сделана Кадерах Ахилас Нисуин, как делается для новоженных. Ваза ей кар симхой суша, и там у него будет основная симха сейчас. Машенкин бахиды сука, да эншам симха нисуин, там невозможно. И на руяду как, потому что там невозможно сделать, она не для этого сделана. Альзе шабер мисайма валим улех ли гамра ли байса херкуля, аля пуки мисука, шейн левавой шалем бы симха, там здесь только есть, идет, то дарить нельзя. Вену лех шам рахиласа тах ахрихит, для цецы дейху вас митсва, ותמיד חושב לחזור עם קרויסו לבייסחו פויסו, דשמו שמחויסו, משנקן בולך לאכול ולשתות בבייס אחר, ובייסו שעה אינו חושב על בייסחו פויסו, כיוון שיש לו שמחס בבייס זה, יש לי אותם דיוס ולדיבו שמחו, דיוס פסן, דיוס פסן, נטרה בזו ותגדליה. Тогда это становится хупа. Не важно, это вещь, которая рауя. Если столовый дашь, а царь комната бы фолд, это вещь, которая он пишет, что это не так. Он пишет, что рауя это самое. Махасер вашам. Шилой вера симха бамано. Так он пишет, что делать. А дерех зэмми с пошим гонкэнди в реатуру, это мы пропустим сейчас. Но если нет, он не даст, значит, маленько находят, маленько даст, и это нет, есть, так сказать, это вещь, которая касается. Сколько так дарок симха? Сейчас он продолжает сейчас. Которые можно решить отдельной комнатой. Нет. Можно решить, но если у него нет отдельной комнаты, это вещь, которая, это сколько понятия, немножко еще другая вещь, которая мне не очень понятна, хочу здесь добавить немножко, не веду. Что есть как бы такая вещь, что... Не знаю, сложно немножко, это тонко немножко сейчас вспомнить, сейчас, что он пишет дальше, сейчас, там дальше здесь интересно еще одна вещь. Он говорит, что карается один день делать, или два-три дня делать, все равно это то же самое. Если он сейчас приехал в этот дом, так он это самое, то он там живет. Если он там на ночь, то ему дают там комнату тоже, скорее всего. Филу Бейша Ахоса Нулхинш. Понятно, да. Что есть там комната. И у него да. И даст, откуда, куда надо открывать. Да. Но потом по Рошу, так сказать, получается, если мы повышим по первому, то только на все семь дней, если на два дня, то нет. Это, я говорю, нет, там. Почему? То. Беру это свой сварож, дыхай на маком и кар, значит, это самое. Нет, почему? По первому, по а в Амине тоже, если он приезжает туда на ночь, то в эту ночь у него посадпо, а если вот. Ночь, то следующая ночь, посад в другом месте. Значит, там дальше. Дальше Рош приводит еще одну вещь. «Ва ногин ба ашкене шосима перьон лихвота хосен ва кала, вуни крахупа». То есть принято в ашкенайзе делать балхадин такой, то есть это как бы там, где они находятся вдвоем, делают такое красивое, не знаю что, там они сидят вдвоем. И там в Архим, туда приходят люди в Архим Лукшина, в Барургу. Дагам да, сатой сускен бамаша катув маком шиикар и шивой сахосон векаля. Дагайну бехедер шмияхадин шамхосон векаля. То есть остановите, это где у них есть тихот. Вельна зарим и там рак боится ши сабхину сам. То есть есть какая-то комната, в которой они вдвоем живут. И когда приходят и вырадывают, другие люди там делают суду и так далее, оттуда уходят. Мишмахи ловый симха бы сука. Потом не возможно делать сиху сука, потому что в этом дело в этом это самое. Мошка тавраш и лель, шишам бошха таны сахак и макалосы. Фиша сука птуха тамиду, коля йом, вакол руиноису. Там же Маша Энкен бебей сам юхад лой выкалойся, что и холи сахека ма бейс, чтобы не адам по ним эль мейлав. То есть, когда там туда ходят, тогда могут, это самое. Векен маш мы нашел на талм перекама дексубесту. Сейчас пропустим это. Векен раити дальше образовать. Векен раити бешем мара, гаон мараль ми прак. Так и говорит, ба, то есть, в Тазе видел от имени мараль ми прак, что кием агирса до хупа ми там зе. Нца ше есть симха и сейра лехосен выкали бебей са хупа тфей мишар байсим аткан. Аткан хилку шапер бей на байсим
Машенки Нахшав. Это говорит все время, когда действительно строили специальный Малхадин, где они жили, это называлось хупа. Значит, что такое хупа? Времена Гмары, и так было с Вашкиной, когда это хупа, это было место, где они, было у них, так сказать, они там вдвоем жили, когда там раз какое-то время, в определенное время, не знаю, когда к обеду, к завтраку, к ужину, не знаю, когда приходили народ их веселить и делать по трапезе. А вальмахшав, энкурим хупа, ракнамаша, микат, шукали, таха, стали, матлис, апрусали, аклунасот. А сейчас то, что мы называем хупа, что это такое? Это четыре палки, на которых натянуты талис. Кмоши верамоба Иванезер, Симонунгей. Эншум майла бэйшо симба судаса насуем тфэми байти махэрим. Никто не называется, то есть это вещь, которая это место, где делают несуем. То, что написали уже, то есть мы уже видели, это не называется хупа. Там делают несуем, то есть это вещь, которая очевидно, что у него там есть поставить эти палки, это даже дам у него дома, очевидно, что у него больше симхас этого не будет. Вещь, которая никакой, это нет никакого тахаса. Значит, поэтому нет никакой разницы между тем домом, где он постоянно живет, и бати махэрим, вейкура, альзэ, симха, зу, мазу, оса, бэйзэ, тфэм, бэйси махэрим. Малекосли бейзе сахари. Сейчас идет такая вещь. Сейчас он выходит из своего дома, сейчас все равно, так сказать, там, где у него есть комната, где они живут, они возможно делать суду. Раньше было возможно, видно. Так было, строили там это самое, и там можно было бы сделать какой-то большой размер, где можно было делать суду. Сейчас все равно там нельзя делать суду. Значит, какая разница, сейчас нужно. Ну, Маркешный был так. Поскольку сегодня сухупа. То, что называется талис, это да, говорит, что... талис хупой. Да. Вообще, не важно, поскольку сейчас он называется хупой, то есть у нас сегодня нет понятия вообще хупа, в которой можно делать бейс хупа, в которой он живет 7 дней. Нет вообще такого понятия. Сколько нет такого понятия, только 7 дней, так сказать, где-то нужно, 7 брахов где-то нужно, говорит, какая разница, где их варехт, что ли здесь. В любом доме это можно варехт, потому что в любом доме теоретически может жить деткам. Аркани рыборуш, ешь заварех, мирха с хасанием, бахоль бейс, шосин басударих, вода хосан, выкалю. Мы с Михим Шамацан говорит, что нужно делать в любом месте, делать то, что мы делаем сегодня, в любом месте делать суда, чтобы легко заботаться. Кольшкен лефи маша амар аранда лефи... То, не знаю, это самое, еще есть там арада, которую мы не читали. В моком шилой саша махупа афальгавда... А если он идет только не на суду, которую у него сделали, не для симки, там действительно остается только еда. И там про это говорит Мара, то есть там где место, где можно только поесть, или туда пришли только поесть, никак не сделать для него суда, там не важно сделать.